Всем привет, ребята, с вами Владукс, и сегодня мы с вами будем покупать новый очень крутой скин в игре Brawl Stars. И также поиграем пару онлайн-каточек с новым удвоением жетонов. И это все в нашей с вами игре. Ну что ж, погнали! Для начала, я думаю, мы с вами начнем с сундуков, а после этого я уже буду покупать скинчик. Ну а в самом конце мы с вами пойдем в бои, так как сейчас действует удвоение жетонов. Сейчас такая акция от Supercell, так сказать, да, в Brawl Stars. И у нас куча-куча жетонов, и я надеюсь, что мы с вами получим максимально из этого профита. И давайте начнем с вот этого вот сундука, замечательно открываем его. И нам падают пока только тикеты. Понятно, понятно, я такое знаю, окей. Давайте дальше, открываем тик, роза, тикеты. Давайте, давайте, мне надо, пожалуйста, хотя бы, хотя бы хочу звездную силу новую. Вот реально, хочу хотя бы звездную силу, уже не говоря о легендарке, но пока что-то не очень получается на самом деле. А вот если зайти в магазин, тут написан где-то шанс на выпадение легендарки, а? Так, допустим, вот, так, мегаящик, да? И с мегаящика шанс 0.1152. Ну, кстати, я бы не сказал, что прям минимальный шанс, он все-таки есть. Вот, и посмотрим, как сейчас будет. Но, мне кажется, рано или поздно нам уже должна будет выпасть легендарка, потому что, ну, это реально не дело. Посмотрите просто, что нам падает, но никак не легендарка, никак не легендарка. Уже 6 кейсов, и нам, в принципе, ничего даже ценного не упало, даже гемы не выпали. Где хотя бы гемы, пожалуйста? Такие тикеты, гемы, пожалуйста. Я хочу уже хотя бы гемы, блин. Но удвоительно, окей. Удвоительно, удвоительно, нормально, кстати. Так, опять ничего, и буквально остается 2. Окей, давайте один, первый, так, открой, 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 ничего. Хорошо, и последний это у нас, давай загружайся и... Тикет. Нам просто выпало 0 гемов из всех этих сундуков. Окей, окей, я запомнил, я припомню потом. Вот, и давай с вами заходим в магазин и будем покупать скинчик. Как думаете, какой же я скин выбрал? Я думаю, тут как бы очевидно, скинчик еще и со скидочкой, да? А я его тогда не успел купить, но сейчас мы его с вами покупаем. Я думаю, это просто будет самая лучшая покупка, потому что, ну, нереально крутой скин. И давайте с вами нажимаем кнопочку. Нажали с вами кнопочку купить, и вот наш с вами скин. Давайте его забираем, такой он красивенький, конечно, да, окей, забираем его. И теперь у нас гема просто 2 гема. 2 гема, спасибо. Заходим в колоду и ищем тут теперь нашего с вами бравлера. Вот наш с вами Карл, давайте его, оп, убираем, и просто смотрите, какой он классный. Блин, реально какой классный Карл, окей, окей, сейчас будем с ним с вами играть. Но также у меня уже есть 2500 монеток, и я думаю, мы с вами в следующих роликах подождем в магазине какую-нибудь прикольную звездную силу, купим ее и будем с вами еще и играть с новой какой-нибудь звездной силой. Но пока нажимаем играть и идем в ШД. Мы загрузились, и нам теперь главное просто сначала не умереть. А тут у нас Мортис, кстати, Мортис довольно-таки опасный, поэтому Мортис, блин. Мортис, ты понимаешь, что ко мне лучше к ста не лезть, но очень, кстати, красивая у него атака, блин, мне нравится. Мне нравится такое, мне нравится такая атака, и очень, блин, классно, классно, классно. Забираем еще один кристальчик. Тут у нас, кстати, Эль Прима, и они вдвоем очень даже ловые. Слушайте, блин, они все-таки разбежались, и это не очень хорошо. Так, здесь где-то, да? Где-то здесь. Оп, блин, Шелли, нет, фух. Я думал, она меня уже убьет, я не увидел, что у нее там ульта. Ладно, хорошо, я тебе припомню, Шелли, мы с тобой как бы еще повоюем. Я думаю, я тебе еще выиграю, да, раз? Ага, она убежала, да, это же она убежала, надеюсь. Но сейчас, да, она убежала, проверили. Окей, окей, Шелли, мы теперь будем тебе мешать. Мы будем тебе мешать, мы сейчас с Динамайком, думаю, там тебя сейчас завалим. Потому что там как бы бегал Динамайк, и Динамайк, думаю, знает, что надо против тебя объединиться, да? Окей, давай, 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 иди сюда, иди сюда. Сейчас будем всю игру гоняться за этой Шелли. В итоге, блин, она нас убьет, либо же мы просто реально сейчас так вдвоем останемся живые, и все, и будет нормально. Будет нормально? Так, где? Так, тут у нас Динамайк, 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 плиз. Динамайк. Давай как бы против Шелли, а? 2 Шелли. Не понял, не понял, Шелли. Шелли, а вот давай как бы да. Давай как бы да. Так, оп, и я уехал, пока.
пока-пока-пока. Она думала, что я ультану на нее, но нифига. Мне главное было оттуда выбежать, потому что я там был как бы в заперти чуть ли, да? Поэтому вот, поэтому я выбежал и, в принципе, довольно-таки неплохо. Надеюсь, тут никого нет в кустах. Ну, по крайней мере, реально пока надеюсь. Вот, а дальше я уже буду смотреть, есть кто-то или никого нет. Оп, хорошо. Нет, куда ты стреляешь на меня, а? Не быкуй, Динамайк, не быкуй, не быкуй. И мы остались один на один, и у него есть ульта, в принципе. Поэтому я, скорее всего, сейчас солью, потому что у меня только два кристалла, и плюс у него еще и ульта. Но ладно, окей, окей, давай, 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 давай. Юзай ульту, юзай ульту, ульту, плиз, заюзай ульту, пожалуйста. Но, да, фух, хорошо, ульту он заюзал, но, скорее всего, это будет слив, потому что, да, потому что я немножечко не туда пошел. Но окей, окей, получается, с вами топ-2. И, в принципе, мне понравилось, хорошо, что не слив. Спасибо, что не слив, еще и удвоитель жетонов, еще и удвоитель удвоителя, нормально. Мне такое нравится, и у нас с вами плюс еще один сундучок. Он такой залетает к нам, и опа, прилетел, отлично. И давайте попробуем еще одну карточку. Мне, в принципе, понравилось, попробуем еще раз сыграть, и, возможно, у нас опять что-либо интересное получится. Так, тут у нас опять коробочки. Ага. Так, и давайте будем сейчас, короче, эти коробочки тупо открывать. Так, оп, открыли, нормально, плюс один кристалл. И сейчас будем второй, так. Давайте, оп, не понял, Джин, слушай, а ты как бы, ну, понимаешь, да? Я думаю, не понимаешь, куда ты лезешь вообще, поэтому Джин, а вот как бы, да, это Хоук Райдер тупо. Кто играл в Clash Royale, те знают этого персонажа, и это реально один из лучших вообще юнитов, которые есть в Бравле. Блин, меня только что чуть не убили, кстати. Меня только что чуть не... Оп. Молодец, давай еще раз. Давай еще раз, давай, давай. Давай еще раз. Стреляй в меня. Молодец, молодец, давай, давай, давай. Мы его сейчас будем зажимать тупо. Мы его будем тупо зажимать, окей. Нанес ему урона. И давайте с вами будем его зажимать. Оп, хорошо, нормально. И нам надо просто его байтить. Просто его байтим на выстрел. И давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я не понял, что это только что было. Он резко как-то ультанул, я не думал, что меня так убьет. Блин, окей, плюс 2. Хорошо, хорошо, также не минус, в принципе, неплохо. И я думаю, нам с вами надо сходить в какой-нибудь другой режим. Например, в какой-нибудь захват кристалла. Давайте пробуем, почему бы и нет, реально. Попробуем поиграть за Хога. И идем в этот режим. Так, вот мы с вами загрузились. И у нас карта с... поездами. Угу, довольно реально опасная. Будем сейчас пытаться что-либо сделать, как-либо выкрутиться, как-либо выиграть хотя бы, да? Вот, но меня пока ультой только разряжают, и все, и нормально. И нормально, но, блин, не надо стоять. Угу, я понял, спасибо. Огромное тебе спасибо за то, что взял и в меня бахнул ультой. Огромнейшее спасибо. Но давайте попытаемся... Стой, фух, топор прилетел вовремя. Топор прилетел очень-очень вовремя. Топор прилетел очень-очень вовремя, и я надеюсь, что мы сейчас с вами сможем как-то вытащить. Я сейчас возьму юзы, оп, и заюзал, и... Да, не очень-то заюзал. Блин, очень сложно, когда ты играешь на эмуляторе, мансить. Вот с этой ультой очень сложно, прям невероятно, потому что он как-то двигается, что ли, именно вот в ASD, все. То есть никак, как на телефоне сделать нельзя, там навык побежать на изи, нельзя такое сделать. Вот, и из-за этого, ну, реально есть усложнение. И сейчас поезд нам очень сильно помог, и, возможно, мы сейчас еще и кольта убьем, кольт, блин, я понял, окей. И главное нам сейчас убежать, и это будет изи победа, да? Да. И, блин, ну Хок очень красивый скин, и он мне очень даже и нравится. Давайте, оп, ага, я полетел, чисто Хок. Все, окей, это наша с вами победа, получаем плюсик по кристаллам также. И довольно все неплохо, также, возможно, получим еще кучу поинтов, да? Получаем поинты, и да, 80 поинтов, блин. Очень топово, когда такой удвоитель у нас бешеный просто. Мы каждую игру получаем с вами плюс кейс почти, блин. Топово. И я думаю, давайте последнюю каточку мы с вами зайдем в ШД и попробуем там также уйти хотя бы в небольшой плюсик. Так вот, мы с вами прилетели на нашу с вами новую карту. Вот, и будем сейчас с вами фармить первый кейс. Нафармили, хорошо, первый кристалл у нас с вами есть. Так, и далее давайте с вами будем... что делать? Прямо второй также фармим.
Фармим также второй. Оп, нафармил. Отлично. Получаем с вами уже два кристалла. И давайте будем получать третий. Давайте. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Все, окей. Изи фармим уже 4 кристалла. Блин, если так дальше будет изи фарм, то мы с вами сможем и до топ-1 дойти, потому что, ну, 10 кристаллов, и это, по сути, уже как бы и победа. Ну, если так судить, вот, и не ступить как-либо. Ага, я понял. А я понял, давай, оп, бах, спасибо. Плюс кристалл, уже 5. Тут у нас кольт есть, кольтик, кольтик, иди-ка сюда, иди-ка сюда. Да-да-да, конечно, да-да-да, оп, попал, хорошо, нормально. И давайте с вами, все, я думаю, его сейчас убью, да? Нет, плиз, 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 только не меня, потому что я уже такое знаю. Я уже такое знаю и не понял, не понял. Слушай, Пайпер, ты знаешь, что ты ультанешь? Да, молодец, конечно. Но ты мне как бы 2 кристалла должна, поэтому, ну, ты понимаешь, да? Ты мне должна сейчас 2 кристалла отдать и... Не понял, опять-таки стреляет. Не... Она быкует, посмотри, что она делает. Окей, окей, давайте, оп. Молодец, давай, оп, блин, как она попала, там вроде за углом как-то, и типа, оп, угу, хорошо, оп, а мы пока еще и хилимся, поэтому, оп, блин, попал или нет, я не заметил, да, вроде бы попал, вроде бы как попал, и здесь никого, надеюсь, нету, и, надеюсь, здесь тоже никого нет, да, здесь никого нет, уже 4 игрока, включая меня. А как я понимаю, да? Так, и давайте с вами, оп, бахнули. Хорошо, да, 4 игрока всего лишь. И будем сейчас с вами пытаться дойти до топ-2 хотя бы. И будет уже очень топово, очень круто. Вот, и уже будет не зря сыграна игра. Но тут уже изи по-любому как бы плюс. Вот, и мы с вами... Давай. Оп, убил, хорошо. Тут у нас с вами кристаллы. Давайте фармим с вами кристаллы. Оп. Да, молодец, конечно. Но как бы это так не работает. Давайте получаем с вами 9-й. И да, это топ-1 с новым скином. Хок топ-1 изи плюс 10-ка. И он так подкидывает свой молот и его ловит офигенски. Получаем с вами еще кучу кристаллов. И давайте с вами тогда бустеры стратили весь нормально. И давайте тогда с вами возьмем и откроем вот эти вот сундучки. Давайте первый. Может что-нибудь выпадет, а? И будет вообще бомбический ролик. А вот может, кстати, и нет. Давайте уже второй. Так, третий открываем. Тикет, хорошо. И последний, пожалуйста, давай чем-нибудь ценное. Тык-тык-тык-тык-тык. И опять тикеты. У меня уже 46 тикетов, блин. Очень реально много. Если ты досмотрел этот ролик до конца, то я уверен, что ты очень топовый, и ты должен обязательно вступить в наш клан. Хэштег будет в описании, поэтому можешь спокойно вступать. И, пожалуйста, не ленись, нам надо фулл клан. Пока игроков довольно-таки мало, но я думаю, если именно ты вступишь, то у нас с вами будет уже намного больше игроков. Ну что ж, на этом все, с вами был я, Владокс, вот так вот мы с вами поиграли, насобирали кучу трофеев, подкрывали кучу сундучков и купили очень классный скин, о котором я не жалею. Ну что ж, всем пока, пока!